Детские дома со всех сторон. В прошлом году представители общественной палаты посетили 14 организаций для детей-сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей. Проверяли условия жизни, организацию отдыха и досуга и многое другое. И также важным для экспертов было общение с самими воспитанниками. При этом хотелось бы отметить то, что там, конечно, когда дети находились не в школах, дети открытые для общения, не, скажем так, не чураются, не боятся кого-то либо, да, чувствуется вот какая-то такая свойственная для ребенка стиль поведения, то есть то, что приходят чужие люди, какая-то, ну, бывает в образовательном учреждении придешь, о, пришла проверка, и сразу все как-то вот немножко подзажались, то здесь этого совершенно нет. Дети адаптированы, дети открыты. На 1 марта 2017 года в Ивановской области зарегистрировано 3160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 85% устроены на семейные формы воспитания. В казенных учреждениях проживают 480 ребят. Введен новый подход к комплектованию детских домов по принципу родства, совместного проживания братьев и сестер вне зависимости от их возраста, соблюдением постоянства состава воспитанников и воспитателей в целях создания семейной обстановки. Норматив численности воспитанников в группе не превышает 8 человек. В 9 учреждениях для детей-сирот организовано проживание воспитанников в помещениях, созданных по квартирному типу. В 4 учреждениях обеспечить квартирный тип проживания детей невозможно из-за особенностей планировки зданий. Но приблизить там условия к домашним все же попробуют. В этом году на эти цели запланировано более 2 миллионов рублей. В обсуждении, как сделать жизнь сирот комфортнее, принял участие губернатор Павел Коньков. Меня сегодня больше волнует, что в этой системе не так, потому что внешне там стало очень много хорошего и много интересного. Я не случайно обратился к членам общественной палаты. Прежде всего, давайте постараемся, сегодня такие методики, возможности существуют, взглянуть на этот процесс глазами детей. Ведь мы взрослые, мы порой решаем за них и думаем, как им лучше. А это не всегда совпадает с их мнением. И вот эту корректировку в работе, наверное, надо безусловно сделать. Вполне обоснованный вопрос от общественников, которые посмотрели детские дома. А что дальше? Куда идти молодому человеку, когда ему исполнилось 18? Не окажется ли он брошенным на произвол судьбы? Когда он у нас приходит на уровень начального профессионального образования, постоянно находимся в контакте с его педагогами, наставниками производственного обучения. Кроме того, если по каким-то причинам учреждение, в котором он обучается, не может предоставить ему условия для проживания, он будет проживать в нашем детском доме. Уставом это не запрещено. До 23 лет мы фактически можем этого ребенка поддерживать. Отдельная история с жильем. Существует очередь, поэтому свой угол еще нужно дождаться. В этом году на приобретение квартир запланировано 84 миллиона рублей. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.